Шел царь Давид по пустынным дорогам. Солнце нещадное землю палило, и птицей такою усталою билась тревога. Все претерпеть, о, владыка, дай сил мне. Вот так он дошел до ворот Бахурима. Слева и справа все храбрые люди, не поддержавшие неверного сына. Авессалома мятеж не забудем. Но вдруг путь преграждают камни Семея. Вот, Давид, ты в беде, ибо ты кровопийца. Голос хулителя рвался сильнее. Вон уходи, беззаконник, убийца. И встрепенулись все храбрые духом. Сей человек только смерти достоин. А царь же Давид слушал, будто в полуха. Голову низко склонил храбрый воин. Семей исполняет Господне веленье. Должен смирением принять бунтарство. А может, презрит на мое униженье Бог, мне воздаст, и вернусь еще я на царство. Подвиг смирения Давида прекрасен. Это, друзья, вершина пути освящения. Кто достигать ее в жизни согласен, в небо войдет, в царский город священный. Слава Богу!